Столкновения с полицией вылились в протесты фермеров в Афинах, наиболее ожесточенные у Министерства сельского хозяйства. Пытаясь прорвать кордоны, около 800 человек закидывали стражи порядка овощами, бутылками, били стекла в здании. Полиция применила слезоточивый газ. В какой-то момент ситуация обострилась настолько, что правоохранителям пришлось спасаться от разъяренной толпы бегством. Неспокойно было и на центральной площади греческой столицы. Несмотря на сопротивление полиции, туда загнали несколько десятков тракторов. Таким образом, тысячи демонстрантов требовали от правительства отменить введение новых налогов.